отдельных, да? Думал ли ты когда-нибудь, что все касающееся тебя касается одинаково и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, а потому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, если враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знал, что от меня это было. Я Бог, располагающий твоими обстоятельствами. Ты не случайно оказался на своем месте. Это то самое место, которое я тебе предназначил. Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так смотри, я поставил тебя как раз в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобой только исполняют волю мою. Находишься ли ты в денежных затруднениях? Трудно тебе свести концы с концами? От меня это было, ибо я располагаю твоим кошельком. Я хочу, чтобы ты прибегал ко мне и был бы в зависимости от меня. Мои богатства неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности моей и моих обетований. Переживаешь ли ты ночь скорби? От меня это было. Я муж скорбей, изведавший болезни. Я допустил это, чтобы ты обращался ко мне и мог бы найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому ты открыл сердце свое? От меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой – это Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко мне и проверял бы, и поверял бы мне. Не проверял, а поверял бы мне. Ой, мы песни еще не пели. Стась.